с этим ароматом я бы точно пошла на вечеринку. Такой отзыв оставила одна из участниц блайнд-теста. И по результатам этого же слепого тестирования 83% опрошенных людей выделили этот аромат среди прочих. И действительно, пришло время сиять с парфюмерной водой Divine Exclusive. Сиять на ковровой дорожке, сиять на подиуме и быть звездой вечера. В сердце этого аромата мы слышим эксклюзивный аккорд сияния звезд, где роскошный пион соединяется с роскошью жасмина, оставляя после себя долгоиграющий шлейф. Шлейф, который тянется на расстоянии 5 метров благодаря особенной технологии. А крышка флакона декорирована настоящими кристаллами Сваровски, а флакон вдохновлен платьями от кутюр. Создатели аромата Дора Багриш и Николя Бонневиль. Дора работала с такими брендами, как Джорджо Армани, Версаче, Ив Сент-Лорен. А Николя сотрудничал с такими брендами, как Антонио Бандерас, Дживанши и многими именитыми модными домами. И сейчас они создали аромат для Oriflame, который должен быть в парфюмерном гардеробе каждой женщины.